Привет, Николаш. Привет, Хоул. Бэкситинг? Да не особо. Бэкситинг, барин. Не очень нравится мне моя сборка, то, что я собираю. Мало дешевой пехоты получается. Получается мало. Тур хочется, и БМП 1СП1 хочется, и еще вторую карту Матшуйценов хочется. От ластеров придется отказаться в пользу либо БМП-1СП-1, либо выдры. Помнится, я не брал в тот раз фоб, я сейчас хочу отказаться от фоба.
Спорно, Холл, спорно. Пока посмотрим, что из этого билда. Самолет или транспорт? Самолет или транспорт? Транспортный тур, он гораздо лучше работает в атаке, чем не транспорт. Понимаешь, да? Что мне еще взять-то? Я все взял, что хотел. Второй истребитель, что ли? Еще ПВО добрать? Допустим, пусть будет стопел, я не знаю. Годится. О боже, пусть будет. Да это в жизни не будет. Добро, пускай будет еще один средний танк. Ладно, пробуем. Пробуем. Там, в случае чего, уже после начала подрихтую деку. Когда станет понятно, что мне не хватает. На прошлом стриме из-за того, что я проиграл одну катку, я так и не стал папиком. Сегодня задача взять папика или не взять папика. Откидываем, короче, монетку. Берем папика или не берем папика. Сегодня ночью я практически не поспал. Немного сон клонит, поэтому могу быть невнимательным. Как к чату, так и к игре. Что вот пока в этом плане самое большое опасение, что вот... Да. Да, сосредоточиться.
Лазурь. Лазурь, возможно, имело смысл взять. Привет, Толегин. Как сам, как жена, дети. В порядке. Это отлично, так. Это шикарно. Даже начал бояться, вдруг там что-нибудь у вас когда станет. Обой. Да я что, Леген уже говорил, это Steel Division 3. Пока больше никаких мыслей нету. Есть опасения, что там может быть сратый баланс. Будем посмотрим. Именно баланс сцен. Это пиздец. Уф, весь боезапас расстрелял. И еще и ушел. Пахтигр плюс-минус ожидаемо. Так, а вот это, конечно, уже гораздо более интересная история. Змикрить сейчас. Не увидел я, что случилось с Пахтигром. Похоже, он просто сел. Пошла арта, арта пошла явно на город. На город пускай идет. КШМ я как альтернативный гений разместил в отдалении. От города. Это значит, что все пока плохо. Wollen wir ihn mitnehmen?
отправить. Так, это отбомбить. Саживаемся. Вилка пока не нужна. Вы молодец. Херня. Ух ты, мой, что за херня происходит? Так, теперь там еще какая-то какой-то кусок мяса приехал. Скорее всего, это элита или что-то типа того. Здесь вот сидела пантера. Это может быть потенциально опасно. Уже пойдем вперед, едем пятипоинтером, не вижу транспорта. Немножко перетемповывает, товарищ. Немножко слишком быстро заходит. Может ему аукнуться немножко. Так. Сюда бы, ребятки. Сюда бы каких-нибудь парней, например, вот так. Минус стрела, к сожалению. Тут я зашел. Да, с этой стороны мы тоже поработаем немножко. Тут СПГшки, конечно же, ясные машины. КШМ хочу, ребят. Хочу КШМ. Есть не могу. Хочу КШМ. Еще стрелу. Хорошо, вот он вскрылся ряд разведки. Здесь минус кроталь, как я понял. Тихонечко продвигаемся и покупаю сивику. Все, что проезжало, погибло. Ладно. Там гепард, помним, да?
Не повезло чутка. Повезло. Значит, антирадар теперь. Радар это вперед, это вперед. Тур на позиции. Хотя это можно было бы вертолетом убить. Так. Да, сейчас антирадар пойдет. Это сжечь. Так. Там у него гепард. Если он его включит, то я выиграю игру. Здесь КШМ подъедет. Гепард умирает. И там колоссальный, короче. Но если он его... И включить. Вот, а теперь да. Теперь нужны еще вилки. Но я даже вилки брать не буду. Что это за танк за такой? По первый. Первый опасный. Хорошо. Ставим туда ксивишку, пожалуй. Есть один танк. Сейчас еще один притащим сюда. Меня как-то там с фланга пытается. Так. И копимся. Копимся, как не в себя. Заливаем. Еще вилку. Вот настоящая по ЗРК-ской дистанции пробивает Пахтигра. Да, только на одну хпеньку. Но... нормально. Так, начинаем сближаться. Есть вертолет, есть вся фигня. КШМ стало сюда. Еще миномет. Может, отработаю туда. Так в ужасе бежит. Манкати хорошо. Убить бы эту хрень бы еще. Так, немного заложен, нет, отставить сначала сивишку. А все-таки сивишку. Ну и копимся до второго пришествия. Безумно медленный тягучий геймплей.
У меня где-то еще куб был, да? Говорят. Тут где-то пах-тигр пролетел. Спалил мою ксивишку. Еще вот здесь, может быть, пах-тигр пролетел. Так. Опа, Леклерк. Тоней. Чем я могу ему ответить? Да, на самом деле много чем. Поехали. Не знаю, почему мимы, но я правда. Допустим, вот так. Теперь, допустим, вот так. Вот этот сниму центр. Опа, там два Леклерка. Там уже два Леклерка. Получается, что план меняется, да? В том случае уже невыгодно атаковать. На два Леклерка совсем не хочу ломиться. Пускай он сам ко мне подходит. Пускай он сам что-то пытается придумать. А я ставлю сивишку. У меня есть преимущество по деньгам небольшое. Ну и со временем...
Также у нас здесь какое-то мясо, его необходимо обязательно. А. Куб вне позиции. Куда-то поехал, непонятно. О, господи, ты, ты мой. Ну, я потерял один истребитель, а он... Да, он потерял два истребителя. И на этом можно попытаться сыграть. Теперь, да, небольшой отряд. А, он уже успел посадить птуры. Где там моя стрела? Вот моя КШМ едет, КШМ едет. Вертолет на позиции. Теперь еще танки. Еще танки, там эклерки. Мне надо будет как-то... Кстати говоря, можно здесь еще немножко укрепить. Допустим, вот так. И допустим, вот так. А, он решил досрочно выйти из игры, я понял. Решил досрочно выйти из игры, ему это надоело. Понятно. Новый день, новый механ, удачи. Спасибо, Алекс и Жак. Привет, Гачитар. Ты регаешь? Не, Каминский. Нормально атаковать, зачем она вообще в игре нужна? Тар, дворно завтра берешь? Не знаю. Пока не решил, не представляю. Не хочу играть в Арно. Не хочу поддерживать разработчика, который делает Steel Division. По КД. Смотрим. Посмотрим. Особенно своими кровными. Я ему вкладываю, покупаю стальные дивизии, покупаю DLC-хи, он берет, ну, я первый там покупал стальную дивизию, он берет еще одну стальную дивизию, вываливает. Евгена эти. Я покупал кого? ЮАР, в надежде, что пойдет какая-то подвижка, пойдут DLC-хи. А, не, мы все деньги вбухаем в SD3. Норм. Неохота мне порно выпадать. Чтобы там типа поиграть три игры, как это было с SD, понять, что я не хочу в это играть и навсегда удалить. Значит, по поводу разведки. Да, ты прав, абсолютно про разведку. Я... Люк сегодня.
Не Каминский, херня, не буду я тебя поздравлять с этим, потерял степень. И учись, Каминский. Хуёво. Плохо. Так нету. Там все, что от тебя требуется на стипендии, насколько я помню, это просто не получать тройки. А это, ну, не так уж и сложно. Зависит еще от того, где ты учишься. Так. Так. Рейкон. Рейкон. Каша М. Каша М медленная. А, погоди, чутка. Открытый рекон. И мне еще не хватает немного мяса на оба направления. Но если там, допустим, я вытащу, выну. Фото. Вот так еще можно сделать. Добро, так. Да. Высадить вперед с действием. Так вот. Важно, но восстановить я смогу ее в конце второго семестра. Меня завалили на сессии, отвечал про иудаизм, задали два вопроса, и я потек. Ну такое. Ну что ж, хоть одна радость в жизни. Меня, конечно, пересвечивает своей канонкой, может даже убить разведку, но зато у него есть келтик. А значит, что у меня нет, в принципе, проблем. Да, 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 давай сейчас келтика мне тут. Накажи! Я, Каминский, немножко не верю в то, что... в эту теорию заваливания. Правила ты либо знаешь, либо не знаешь. Я сам рассказывал свою эту
время эти сказки про завалил. Про то, что меня завалили. Ну как-то да. По-моему, я должен покупать армию. Не согласны? Да. Не должен. Скорее всего, это бывает так, Каминский. Ты что-то там мнешься, трешься, туда-сюда. Препод на тебя смотрит. Ну ты хоть на что-то ответь. Ну хоть на что-то ответь. Ну хоть, ну давай вот тебя про иудаизм. Ну хотя бы там от темы отвлечемся, я тебя все равно поставлю. Это тройбан. Ну ты хоть что-то ответь. Такой, ну. Моему опыту это бывает вот так. У нас была одна бабка, которая валила. Она была антикоммунистка, антисоветчица и прочее. Прочее, вот она могла завалить, если ты расскажешь, как хорошо при коммунизме жилось. Потом, правда, на пересдаче она тебя все равно пропустит. А вот может от тебя отыграться за... Утка не любит. Сапух. Лично ездила в Москву. Под книгам стоят. Под серым домом. Лично станка стригала. О, я уже папик, отлично. Так я ему ответил на все про иудаизм, кроме идей пророков. А что за вопрос-то хоть был? Что-то по религиоведению, что ли, там? Какой-то иудаизм? Музыку потише, но если только так... Ладно, погнали. О. Давал историю древнего мира, мне выпал билет по иудаизму, и ты не ответил на свой билет. Забей, расслабься, ничего страшного не случилось, там пересдач будет 10 миллионов тысяч штук, как бы всем по факту. Там в любой день, в любое время придешь, ты пересдашь и будет тебе счастье. Я вот пытаюсь еще выцегонить немножко денег на
Обратно ПЗРК. Что-то какое-то развертывание получается, крайне непонятное. Так а погоди, а почему ты стипендию-то потерял? Это у тебя уже пересдача была? Exclamation mark. Спасибо огромное, казах. Спасибо тебе, гигантское. Варно тест. Хорошо, я тебя понял. Понял. Придется, значит, видимо, варно все-таки. Ну, завтра стрим. Стрима, скорее всего, не будет, парни. Завтра, ну... Такое, короче. А вот на выходных поближе посмотрим Варно. Я еще хочу один немного его покатать, посмотреть, пообкатывать, если такое дело пошло. Не сидеть с умным видом. Такой, типа, а это что так? А это что за... Короче, я не знаю, как мне отмазаться, но завтра стрима не будет. Спасибо огромное. Замикрил как надо. Все максимально и фатально. Что происходит? У нас здесь летчик. Первое, что мы делаем, дефаем базу. Будет работа по базе. Летчики, залетчики, это все высаживать будем не обязательно. Оно должно двигаться дальше. Около не хватит БК, чтобы все это перебить. То, что у меня нет респа какое-то время, это не страшно. Продолжаем дефать респ. Если он прилетел таким образом в лоб, ну он, скорее всего, прилетит и не в лоб. Быстрым маршем. Обязательно истребитель нужен. Куб сейчас кончится. Мувом вперед, можно не останавливаться. У него нету армии по земле. Может быть, деф на фланге, но здесь у него армии нет. А чтобы не попадать под вот такие вот залеты ополмовозов и прочей фигни, должен двигаться постоянно, безостановочно. Если остановлюсь, я могу гореть. Как раз туда попало. Где должна была быть моя армия? Так, теперь это возврат и обязательно подефать второй респ. Снова там пересчитаем поинты, которые он потратил. Любитель, хренитель и прочая ерунда. Короче, у него нету армии по земле. Значит, я могу проходить дальше, чем обычно. Одного сюда. Правее, одного чуть левее. Кур где-то не доехал.
Пускай будет еще один сопел. Один сопел и группировка для вышибания вот этой позиции. Exclamation mark. Спасибо огромное, казах. Еще раз огромное спасибо. Чай, это завтра стрим будет. Завтра будет стрим. Более того, заказываешь игру, казах. Но тогда чуть позже, чем сегодня. Там днем я буду реально занят. Опять же, с учетом разницы во времени. Это. Не получится у меня в это же время завтра выйти онлайн. Спасибо огромное за поддержку. Колоссальная поддержка, абсолютно сумасшедшая. Я не знаю, что на это случае говорят. Немного потерялся. Спасибо, казах, огромное. Безумие, конечно, с твоей стороны столько закидывать. Соображу, что происходит. Тур погиб. Больше мне не опасен. Робот мне тоже не опасен. Мне необходим еще один бук для того, чтобы сбивать воздух. И вот этот соплю перекинуть вперед. Также вытащить еще один на всякий случай. Аптур уцелел, да? Аптур-то уцелел. Роботы против вилок в лоб вообще не опасны. Абсолютно. Кто мне подскажет, что это за дека? Это же какой-то общий войсковик. Вернее, общий фракционный. Скорее всего, механ, либо... Да, универсал. До сих пор у меня почему-то не зарядился самолет. Уже сколько стоит. Сколько заряжается. Так, хорошо. Здесь отбились. Проходим вперед. Размещаем ПТУР на фланке. Продолжаем убивать все, что видим. Не хватает разведки. Разведку я купил. Разведка едет. Это оставляем на базе. ПТУР конкурс тоже пускай дефает базу. Я бы еще укрепил бы себя чем-нибудь с этой стороны. ВДВшники обычные, не 90-е. С танками они воюют отлично. Для танков. Еще грузовик на зарядку. Ну и что, сейчас вытаскиваем дальше CV-шки просто. Пора перестать сливаться на одном туре долбаном. Пук едет.
потихоньку воздух падает, но если воздух падает, то у нас все просто шикарно. Подебну тириотир, подниму наверх. Минус рекон, да? Подниму наверх парнягу. Тириотир минус, можно подняться, сбрить Ми-24К. Вот он, зачем нужна обтуровозка. Она при необходимости может отработать автопушкой. Может отработать не автопушкой. И все нормально. Тур не заряженный. Вниз. Тут с чариотирами мы еще пообщаемся поплотнее. Получится пообщаться с чариотирами. Уях. Кашаем, кашаем, кашаем. Там ПВО нету. Кстати говоря. Не сконтролил. Вот, наконец-то подъехал ПТУР. ШМ есть. ШМ едет. Еще один куб. А уже три куба. Лола, откуда столько? И я покупаю еще одну КШМ, ну а дальше тупо танки. Тупо танки на все деньги. А, он не понимает, что там у меня никого нету. Хорошо. Замечательно, выдавливаем его отсюда, укрепляемся снежкой, подготавливаю позицию для размещения КШМ и не забываю про базу. Я все еще опасаюсь, что он может ко мне прилететь вертарашем. С таких парней станется, он вполне может сделать так. Нет, какой я молодец, я прям реально взял. Взял и перестал сливаться. Это круто. Реально топанский мув. Еще вчера я бы пошел на Федор до последнего. Неплохо так крот меня вчера замотивировал, скажем. Все. А теперь танки. Теперь вилки на все деньги. Пока не кончится карта. Там очень-очень много денег. Безумное количество вложено в воздух. У меня безумное количество денег, правда. О!
Красное ВДВ, говорит Синтенель. Кстати, вот ты говоришь, все казахи немного безумны, а ты с Адольфом-то знаком? Знаешь такого казаха? Красное ВДВ. Это хорошо, что вы сказали. Я-то все еще до сих пор думаю, что это механ. Красное ВДВ, это же вообще не проблема. Капанский птур. Тогда, раз это красные ВДВ, мне все эти вилки, они в одно место не барабанили. Банально не нужны. Там нет таких целей, которые необходимо будет контрить вилками. Тем более, что мне их так уже за глаза. А вот рассосаться по карте я могу сейчас. Вот он, о чем примерно я говорил. Пошли облеты. Пошла ВПХ. Он, главное, показал мне сейчас такое, что будет облетать. А потом начал облетать. Лох! Поняли, что произошло? Он отработал по грузовику, то есть вишка рядом стоит. А, good to go. Конечно, good to go. Знаем мы таких good to go. Опять с музыкой. Так вот, самый безумный казах из всех казахов — это Адольф Ра, насколько мне известно. Значит, завтра будет стрим попозже. Стипендия теряется при одной тройке за семестр, то есть у тебя Каминский получается тройка все-таки есть, это уже ты после пересдачи не смог. Когда ты играешь за ВДВ, у тебя нет смысла заходить на респ противника. Во-первых, ты можешь наткнуться на механа, и тогда это будет автолуз. А во-вторых, тебя выбьют, и твоя стратегия превращается в all-in. All-inить, конечно, можно, никто не запрещает. Но более классический способ игры — это размещать везде разведку, светить, смотреть, стрелять с птуров. И таким образом себя неплохо очень чувствую. В общем, Каминский, давай тогда так сделаем. У тебя ровно один семестр, чтобы вернуть стипендию. Зачем мне еще один подписчик без стипендии? Один зритель. На самом деле это круто. Ты приходишь, и у меня стипуха. Стипуха небольшая была, там что-то еще 3-4. Но это только хочешь, а у меня стипуха. Ты такие, класс. Завидуют собаки. Будем за тебя болеть, Каминский. Особенно ты на истории учишься. Я тоже же на истории учился. Два. Я второй. Рот, я что-то пропустил. Что значит два, я второй? Тоже успел потерять степуху?
Макман 42, наш вчерашний товарищ. Мы помним, как он играет. Он играет через рок. Очень малочисленный совок. Давайте ему подыграем. Если он вчера посмотрел запись и увидел, что можно убивать Бустарда через вертолет и ни о чем не париться, то могут быть проблемы. Взял К-52 вместо 24К на 50 променяю. Как-то, по сути, как скажешь, пусть будет 55. По-моему, это неправильно развернулся. Ну вот как-то так. А, понял. Крот, ты мой второй зритель, да? И это все твои аккаунты. На этой карте я не буду агрессировать. Особого смысла нету. И быстро вперед. Потому что ты все равно упрешься куда-то там. Понятно что. Да. Перитетом. Город. Ветку рядышком. Ну, небольшая группа там все поинтов попробует зайти. Получится. Получится, не получится. Ну, не. Логично все, да? А я бы хотел понять, где, куда он поедет. Я бы хотел понять, куда поедет мой оппонент. Да, их возникло замечание по поводу прошлой игры. Если вы с самого старта показываете, что вы будете играть дитч, хуйню, дичину, прочую ерунду, оппонент тоже понимает, что вы будете играть там. Так, ладно. Здесь он, короче говоря, будет атаковать полноценно с этой стороны. А я забираю Борис. Да, еще дополнительно разведчика, чтобы леса. Ну и шо, ну и все, пускай он там работает, а я здесь буду. Поехали смотреть, что на Борисе. Полагаю, что ничего. Пошли абиары в лес. Раз успею приехать армией.
Да, там кто-то стреляет, краем уха увидел. Нормально. Надо помнить рекон для просвета домов. Что мне еще требуется? Что мне еще хочется? Мне хочется ПВО купить. Еще мне больше хочется зачмырить танки. Да, примерно вот этого мне бы хотелось больше всего. Сразу же пару грузовичков. Это расплитить. А, чтобы так танки нагло вперед вводить, надо либо дешевые машины иметь. У меня. Либо... огромное количество мяса, скажем, карту резервистов. ККШМ покупала, она приехала, вот она приехала, все. Теперь ставим плюс один на Федор, плюс два. Хочу унизить своего оппонента именно по ККШМкам, чтобы он примерно понял, насколько он отстает в поинтах, когда берет такое развертывание. Я поставил две ККШМ, еще одну ККШМ хочу. После еще одну на Борис, еще одну поставлю на Федор, все равно его выиграю. Только большая разница. По численности поиска. А еще я зайду к нему на Анну. Второй хорошая встряска, лучшее лекарство. Задача заходить на Анну. Так, прием, прием, прием. Все ли в порядке? Есть кто живой в связи? Чатик, 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 чатик. Было непредвиденное отключение от сервера. Сейчас должно быть все нормально. Так, теперь... о, бэшки. Вот бэшки это серьезно. Бэшки это круто. Бивает прямо с меня здесь. Бьем бэшки. Если там бэшки, значит там нету... в качестве поддержки.
хорошо. Танки горят. На, ну я не зайду, но у меня плюс 4, мне как бы уже и не надо. Хорошо, по крайней мере смог Макмена остановить заход на Анну. Это что-то. Вам. Танки пуганые, перепуганные. Так, вот здесь. Здесь я так и не вычистил позицию. А там был, между прочим, ПТРД. ПТРД, значит что? Правильно, залетаем в тыл. Пора вытаскивать спам. Дополнительно ПВО. Это продвинуть вперед. Здесь начать агрессировать. И Бэхи надо убить. Обязательно. А, я сам сгорел, да? Зашел. О, боже. Бустарт, бустарт. Разведка, еще разведка. Выключить стоит тур. Ну что ж, хорошо, хорошо. На Анну я больше не зайду уже сюда, поэтому сижу, коплюсь. Минус 2 танка. Это хорошо. Это прям радует. Прям радует. Вчерашние игры прошли не настолько уж и зря. Миномет. Все равно придется заходить в эти кварталы. Все равно придется заходить. Буду делать это через дымы. Да, и неплохо было бы базу подъехать. Я привык, что парень Макмен не заходит на базу. Но... Можешь поменять свое мнение в последний момент. Вот такое развертывание было бы нормальным, если бы началось с самого начала. Теперь у нас разница плюс 2. Даже несмотря на то, что я слился, я все равно выигрываю. Все равно моему оппоненту придется положить больше усилий, чем мне, чтобы... И вот все... Образцы 87 и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, да. Да, Птуров еще. Замену старым. Убивает меня. Ну, ты не поставил свои КШМки. Поэтому я решил поставить свои. Это, ну, логично. Если ты не хочешь, ну я хочу ставить.
Очень хорошая группировка. Тут и пехотка есть, и ПВО приехала. И все на свете. Вот только небольшой нюанс, что ну очень поздно. Очень поздно. Вышибает меня с позиции. Но мне остается только обороняться. Вообще. Ну, я могу пропушить до этой стороны. Что мне мешает? Так, это вот сюда перекидываем птуры. Вертушку восстановить немного продвижения вперед. А, он выключен. Понял. Опять перетемповал. Перетемповал из-за того, что все очень и очень плохо по поинтам. А, запас 465. При всем при том, я в преимуществе до сих пор нахожусь. Отличный танк выжил. Не слиться бы. И необходимо, поскольку я в преимуществе, необходимо что-то делать. Например, прорваться в лоб. Немного не так работает. Ты с самого начала не должен. Хорошо, мне понравилась вторая. Понравилась вторая часть игры. Было интересно. Но вот развертывание, это, конечно, трындец. Это два танка, голые, выезжают на три более дешевых танка. Все это гибнет, гибнут осы, которые приехали слишком близко в бою. И вот так вот. Причем, Макман, если ты смотришь, да, со старта ты приехал туда, где у меня не было армии. Все ок. Отлично. Если все ок, то все ок. Что я хочу поменять в деке? Мне она не очень нравится. Хочу, во-первых, включить нахер музыку. Надоело вырубаться. А во-вторых, я хочу лазурь. Не та дека. Я хочу лазурь, вместо чего я могу ее взять. У вас не работает, от эхо не работает. Что не хочется убирать? Тоже ничего не хочется убирать. Старые себя хорошо показали. Мне надо высвободить 3 очка.
отсюда 3 очка. И лазурь. Мне прямо не хватает засвета со старта. Икон Верт не справляется со своей задачей, поскольку, да, он видит, но не может никак отработать. А вот если я буду хотя бы видеть вертолеты, хотя бы иметь возможность сбить там F-2 или что-то типа такого. Понял, Макман. Опять смысл. Ладно, разбился, значит, было неважно. А, сбить вертолет, вот. 52-й сбить там, чё Я хотел взять подполковника. 40 очков, если повезет. Сегодня-то я уже полковника не возьму. Что там у нас завтра-то? Завтра. То ли к нас. О! Или на Wargame. Когда Варно выходит? Да, завтра будет стрим по Варно, похоже. Если, конечно, в любом случае. Полковника возьмем не скоро. Ладно, фиг с ним, с полковником. Забыли, проехали. Забили. Полковник не нужен. Я попробую в этот раз отыграть ультрапассивно. Ну, совсем ультрапассивно. Посмотреть, что будет. Сюда ПЗРК, сюда, сюда ПЗРК. Со всех сторон парни. Круто. ДПС в город. Значит, здесь пара машин. Да, вилок, пара вилок и пара резервистов. Разведверт. Разведверт. Как он снять? Вот отсюда я могу снять. Не могу. Куда я могу снять, пацан? Каким образом сделать? Мы конверт, потом на первые поинты лазурь. Так, сейчас вернусь, ребят. Не устал на Макмане набивать рейд? Не особо.
Все, я здесь. Хочу, чтобы Магман показал топ-игру, чтобы все-таки меня обыграл. Такое прочее. Так, это сюда. Да. Да. Поехали смотреть. Пока ни о чем не говорит. Одна машина может быть. Там лазурь. Хорошо, здесь все прикрыто. Это круто. Успеваю расконтролить. Куры ближе это сюда. ПЗРК посадить. Пацанов сюда высадить. Всех высадить. Там что-то летала какая-то мишка. Это может означать в том числе и приезд армии на центр. Ну, я не понял, где вся армия, если честно. Я абсолютно не понял, где вся армия. Дальше, деф-базы. Вон, армия идет, хорошо. Вот так. Вот так. В дом. Оставляю на месте. Есть здесь. Пока ничего не делаю. Смотрим. Двигаюсь вперед армией. Танки тоже идут вперед, смотрят. Вертолет. Быстрое КШМ на мою зону. Нахера так делать? Ман, это не работает маленечко. Самую малость. Да, ты занял мою зону, но ты остался без своей зоны. Плохая КШМ. Плохая КШМ. Жестко. Он не увидел, кажется. Добро, оставляем на месте. Так, теперь это сюда. Гром. Назад. Какие-то пацаны идут. Будут нас сейчас развлекать. Нам надо их убить, естественно. Увидел сюда девишку. Плохо. Очень плохо. Так. На этот фланг парней... Да, и теперь надо каким-то образом выжить на центре. СМС.
перегоняю сюда свои танки. Это пытаюсь сбрить. Да нет, подожди, отставить. Куб. Сначала куб. Ну и вот здесь уже буду атаковать. Это сюда, это туда. Плюс 4, хорошо. Вот это уже интереснее. Но ставьте на свою зону КШМ, ты бы уже имел гораздо большее преимущество. Теперь я ставлю свою CV-шку. И рейд здесь армия. Да, это реально опасная тема. Он прям все сюда притащил. Я не вовремя это раскусил. Черт. Да, вот здесь Макман может реально выиграть меня. И это хорошо. Это назад. Сюда вытаскиваю еще пацанов. Какой траектории. Продолжаю искать CV-шку на его территории, позиции. Так, он играет через воздух, да? Хорошо, значит мы играем без воздуха. Немного мяса и уже следующий заказ — это КШМ. Пока выигрываем время, тянем время. Хорошо, ВДВшники опять не апгрейжены, и это мое преимущество. Так, хорошо. Да. Бил здесь CV, она куда-то уехала. Конечно же, я ее убить-то не убил. Но, по крайней мере, ее здесь нет на позиции. Сопел. Куб пока едет. А там на позицию выходит пока в 2 БМП первые. Все нормально. Ну и сейчас я попытаюсь здесь забрить ПП-ху. Лазурькой. Я считаю это везение, то, что она улетела за ваншот. Но, тем не менее, 200 поинтов тратить на такой довольно ранней стадии, это безумно дорого. Безумно. У нас УК! Боже, это УК! Все, погнали вперед тогда. Это у нас УК, пацаны. О, господи.
Ждем резервистов, ждем всю эту шоблу. Только они подъедут, можно будет нормально работать. Здесь он все-таки успел сесть в дома. Плохо. Опять не доконтролил. Вот начинаю сыпаться вечно на таких вещах. Так, там у нас ВДВшник. Снова вертолет. Самолеты падают. Тут падают. Здесь ГРУшник работает со снайперки. Погнали занимать кварталы с этой стороны вилки. Так, да. БМП-2 спасти. Еще укрепиться на той зоне. Да, пожалуй, еще укрепиться. Нет, отставить надо к шемпу. Я так понимаю, серию, чтобы убить УК. Пошли высвечивать УК. Быстро бежим в кварталы. Сопел откуда-то взялся. Пошли высвечивать УК. Да. ПЗРК. Хорошо, хорошо. Тихонечко пробиваем. С этой стороны есть 72-ка. Он меня потихонечку сканирует, смотрит, где можно проехать. Тут размещаю парней. Высадить. Куда УК-то дел? УК мне верни. УК мне запили. Значит, есть. Есть. Мувит. Я тоже мувлю, значит. Мувит, мувит, все дела. Разведку. Есть преимущество по поинтам, надо давить, ломать. Мясо я вытащил, сейчас вызову парней покрепче. Тур, БМП-1, вилка подъезжает, танк, рембригада на 45 денег. И 35-й пед дает. ПЗРК внизу и еще ПЗРК наверх. Это был сопел, я его потерял, да? Он мне сейчас как раз нужен. Вот он сопел, отлично. Все прикрыто, и следующим действием я могу уже купить. Давайте заберем этот сраный квартал. Он мне будет сейчас не давать жить здесь до второго пришествия. Все, куб зарядился. Переносим вперед.
Ну, теперь будешь как дурак с двумя ука тусоваться здесь. Мясо, 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 мяса не хватает, мясо. Там у меня чатик был, да, вроде надо прочитать. Как твое новогоднее настроение теперь? Мое новогоднее настроение теперь, Толегин, выше всяких нормативов. На максимально возможном уровне новогоднее настроение. И это классно. И это круто прям. Давненько такого новогоднего настроения не было, даже в Новый год. Так, лучше во вторую дивизию. Понимаю. Это мы уже снизу берем. Смотрим, что там, как можно подкрасться сюда. Потихоньку, помаленьку у ГРУшников кончаются гранаты. Я их добью рано или поздно. Что такое? Это танки. Ладно. Еще, значит, больше резервистов. Так, время с этой стороны что-то было. Было. Смешные машинки такие. 15. И еще мясо. Теперь начинаем спамить. Готова группировка ударная более-менее. И остается только вытаскивать спам и тащить его в перде. У грушников уже должны закончиться патроны. О, господи, Бустар, ты как всегда, только начинаешь выигрывать, сразу надо обязательно все потерять. Вот обязательно надо все потерять. Можно было поставить КШМ, нет, ты пошел, влюбил все танки. Какой большой молодец. Все. Сейчас ставим КШМ-ку. И уже без вариантов. Потому что иначе я уже могу проиграть, потеряв столько поинтов единоразово. Все, ценой всего выбил двух грушников, потерял при этом все танки, всю пехоту, потерял двойку, свою двойку, вражескую двойку, все потерял, но одного грушника я выбил. Кстати, вот сюда зашел еще один.
Ай, ладно. Ладно, ладно, ладно. Ну, если что, у меня армия кончится гораздо позже оппонента. Поэтому как-то вот так вот. Так, сюда. Это вертолет. Чертов. Тоже малим, умею немножечко подпушивать. Самую малость. По-моему, получается нормально. Но вот лишь бы не слиться с этой стороны. Полет, чтобы закрыть проход ПТУР. Кашем перебазируем на это направление. Двойки тоже переправляю на ту сторону. Вертолет пока справится, а потом приедет еще защита. ЗРК Гром, к сожалению, не успел ехать. Бум. А, лазурь же есть. Лазурь. Значит, лазурь и еще вытаскиваю ПЗРК, вытаскиваю сапел. Он, получается, провалился на Дмитрий, а я прошел дальше. Тут стоит шейм. Напрямую к ней не подлезть. Пошел раш, прошел обход. К счастью, все это более-менее прочитано, но да, не так уж это все и прочитано. Там поскрежета. Теперь надо каким-то образом задолбать ему это УК. Еще утаскиваю один вертолет. Это сюда высадить. И. Так, допустим. Самая тяжелая задача — убить ему КШМ. Здесь их две к тому. Не одна, а две. Шел спам. Господи. Петь не могу, когда такая херня отыгрывается. Да ладно. Но небольшой овертемп, на вертолет налетел. Ну и что? Что? Где у нас? Где у нас ТВ-шка-то? ТВ-шка приехала ко мне.
Девишка приехала ко мне, сейчас будем ее вышибать теперь туда. Я не понимаю, где КШМ на двойке у него. Я поставил. А вот где его КШМ, черт его поймет. Ладно, погнали. Светить. Ты издеваешься, блядь, или чё? Ты где КШМ-то поставил, блядь? О, боже, это бред просто какой-то. Просто бред. Ну, куб я домучил. Теперь надо засветить КШМ здесь. Второй, ну тут у меня радарного ПВО нету. Все нормально, более-менее. Зад. Пиздец. Чаю. Пошел залет на моих реконщиков, это опасно. Вот она, эта ука сраная. А с той стороны я так и не нашел. Так, наоборот. Сюда КШМ поставить. И еще к себе КШМ поставить. Отлично. Отлично. Двойки снимаю, перевожу вниз. Не могу там укрепиться никак. Пока что. Режет и хорошо. Где КШМ? Ёлы-палы. Вот она КШМ. Все, погнали забирать. Тогда не вниз, а вон туда, в угол. Скорее. Хорошо. Я могу еще предоставить гранатометчиков на эту позицию. Шея мы сейчас убьем. Здесь. Подефать сможем тогда это направление. Да, допустим. И мне еще одна нужна. На Елену. Так, чтобы как можно больше очков было. Так, ГГВП. Я нашел ее. Но это очень херовая тема. Рассчитывать на то, что противник не найдет твою CV-шку. Возможно, кто-то будет там не такой тупой, как я. Не будет 20 минут искать, а сразу же пойдет на место. Где... Привет, Мирс! Наконец-то ты ко мне зашел на стримчик в гости. Андрей Клементьев спрашивает, нафига тебе Макман 127S? Да, я согласен с G-драйвом, у тебя дека отвратительная для ранкида. У тебя ука, которая непонятно зачем жрает твои поинты. Пятки, у тебя СУ-27С, который сжирает в полтора раза больше поинтов, чем реально. Ну ладно. Совком играть? Хорошо. Имеет смысл найти Путина?
И взять деку Путина. И там все подобрано. Человек 20 тысяч лет играет совком. Человек 20 тысяч лет совком играет прекрасно. И Путин, не тот, который топ, а тот, который просто Путин, собрал, собирает настолько качественные подогнанные совковые деки, что там невозможно что-то вытащить, не потеряв в качестве. Если Макман, там, Макман, Постал, все прочие любители Союза, хотите играть совком, берите деки Путина. Они у него отлично собраны. Вот вчера был, допустим, Armored Fury, который очень классно сыграл за совка. 29-ки, 17-ки, все. Путинские деки, совковые, любые, устаревшие, не устаревшие, они все прекрасны. Но это ладно. Это как бы ваше дело, можете делать все, что хотите. Я маленько подустал от ранки, да. Надо отдохнуть. Допустим, вот здесь. Привет, Фыр, привет. Что-то я не поздоровался с тобой, да? Привет. Дела нормально? Завтра будет стрим при поддержке Толегина по Варно. Опять же, если там по времени сойдемся с Варно, по производительности процессора. Если не сойдемся, будет стрим по Варгейму. Огромное спасибо Толегину за предоставленную возможность завтра посмотреть имбустарда. Да. Здесь как раз нужна была бы другая машинка. Два куба. Три куба, вернее, будет жирновато. Потому что я хочу взять тунгуску. А вот так я пойду. Хватает немножко денег еще купить стрелу. А, нет, почему? Раз хватает. А не 50. Ну вот и чудни.
Справляем финансовые недостатки дяди Бустарда. Спасибо огромное, Мирс. Спасибо. Минус уши. Надо это фиксить. Прочно. А я не помню, как это убавляется. Придется сейчас долго-долго искать. Огромное спасибо, Мир, за поддержку. Каждая поддержка важна, любая поддержка всегда важна. Чем больше поддержки, тем больше стримов. Знаете. Чего неожиданного здесь нет. Ну и если есть желание, можете сдать какое-нибудь задание, там наподобие взять определенную деку, поиграть на определенной карте, сказать на свое усмотрение. Так, а мне надо обязательно убавить звук, потому что даже мне это безумно громко. Как вам уши отрывает, я просто не представляю. Так. Спасибо огромное, тайный поклонник Бусерия. Давайте по сотке скинемся до конца полоски. Спасибо огромное. Ребят, давайте, пожалуйста, сейчас, пока с донатами не будем, давайте завтра. Все донаты завтра, потому что я не могу пофиксить громкость. Безумно громко. И уши улетают у вас еще терпимо. Улетают уши тут. Так, ну я не буду здесь выпендриваться, я поеду медленно. Очень неспешно. Покупать еще дополнительные войска. Куда ж вы в огонь? Вы что, медведи, что ли, кубы? Так. Мочите уши, бастарда. Ну хорошо, Толегин. Мочите уши, бастарда. Убавляю звук. О, боже. Так, расчет на банальную механизацию. Расчет на птуры. Расчет на вот такую вот. Такое развертывание. Развертывание очень массивное. Медленное. Только бы не исчезли из вида. Минус один РВ. Вы вот запомните, парни, когда вы артите, у вас сбивается тайминг. Тайминг приезда армии. И вы попадаете вот в такие вот ситуации паршивые. Когда вы приехали, вроде бы все нормально, но врага нету. И вот стервы 20 минут стояли под уроном, потому что врага нету. Враг мудила на вашем же огне не приехал в бой. Ну а теперь атака без разведки уже пошла. Включаю-выключаю птуры, чтобы их не тратили лишний раз.
Большие это, конечно, очень круто, но в таком количестве. Так, это обязательно заправить. Необходимо высадить. Бой. А, куда-то исчезли все стервы. Я не знаю, где стервы. Мне бы хотелось это знать. Тут все включено, все в порядке. Поехали. Спасибо, спасибо огромное. Exclamation mark. Так, Мирс, страдай. Спасибо, Мирс. Да, спасибо, мочи муши бастарда. Спасибо огромное. Сегодня какое-то чудовищное. Не знаю, как это сказать-то. Короче, поддержка через край. Я себя чувствую, как маленькая девочка, зашедшая в магазин кукол. Не самое худшее чувство, но необычное. Спасибо еще раз за поддержку. Не надо, чтобы Джу вылетал. Выключить. Назад. Танки тоже назад. Пошли старфайтеры, но старфайтеры это настолько вот все ни о чем. Сначала заряжаем птуры. Переводим сюда. Туровозки выключены, не забыть, что они вырублены. Тут три стервы. Сейчас будем делать две стервы. Чтобы хотелось бы разведвертать союзника на фланг. Видите, там и стервы. На стерва. Быстрым маршем немножко проедусь. Чуть ускорить. И там сейчас будут проблемы с ПВО. Маршем далеко не уеду, да? Хотелось бы немного саппорта от союзников, союзника. Воевать надо здесь, а не там. Маленько не нужны истребители, тут надо по земле вдавливать их. Минус танки, там до сих пор живы стервы. Можно и полетать антирадаром, допустим. Побрить немного его ПВО. Так, союзник, к сожалению, не хочет воевать. Он зачем-то Грегори захватывает. КШМ опять нету. Но это я не знаю, ребят. Чебзац. Да и нахер кашель,
какой нахер Григорий? Ты о чем? Мы сейчас на респе можем закончить бой. Какую-то хуйню утворишь. Ладно, я буду вытаскивать КШМ, мне будет делать больше нечего, вытаскивать КШМ. Мы игру выиграли, парень решил взять Григорий, ну ебаный в рот, ну нахуй. Пиздец. Чё у тебя с башкой, блядь, дебила кусок? Ну чистая ничья. Все, выиграли. А, не, нихера не выиграли. Надо сосать тебе. Долго и... со вкусом. Блять, высрался на Григорий зачем-то. Нормально. И сосет на Григорий. Ой, гля. Ну... в обороне механ прямо будет намного слабее, чем в атаке. И вот преимущество, которое мы получили сейчас, мы можем довольно быстро растерять. Проблема-то. Поскольку аутист не выставил шем, вот этот здесь прорыв, он ушел коту под хвост. Давайте сейчас, значит, обороняться. Обороняться мы не будем, потому что надо ставить CV-шки. А, два урагана. Блять, молодец, молодец, нахуй. Ой, чупакабра ебаная. И еще и Григорий не взял. Союзник головного мозга. Шел. Прикольный кот. Чё кто может рассказать про МиГ-31? МиГ-31 используется в командной работе, когда у тебя есть команда. Когда у тебя нет команды, МиГ-31М не надо брать. А вот когда у тебя есть команда, когда у вас роли распределены, у вас роли реально распределены, и каждый отвечает за что-то конкретное, ты можешь отвечать за воздух, например. В этом случае М-ка, она реально хороша. Но если у тебя нет такой команды, лучше бы не стоит. Ну, слава богу, он пошел вперед. Не там, где это надо, но ладно. Все равно нет противников. Хай будет. На огромных картах за счет скорости 1000 миг, ну... дело не в скорости, не дело в дальности, в цвете. Можно и так использовать. Но максимальную эффективность он проявляет именно в командной игре. Когда у вас команда способна работать пером. А не так, что вот я сейчас атаковал, там, разбил всех, слился, а теперь мой союзник слил. В такой ситуации 31М, конечно же, ничего не сможет сделать. Тур классный. Тур действительно классный. Он не пройдет дальше. Там сейчас вызываются все три человека. И как только закончится армия моего союзника, нам зайдут на Анну. Потому что долбоеб. На это направление. Да, немного надо все-таки его поддержать на этой позиции. И дальше я, получается, коплюсь. Получается, сюда. Нас будут выбивать здесь. Может ему отбомбить? Как думаете? А не, фигня. Да, бомбить.
Еще одну КШМ я, конечно же, не потяну. Убиваем ПВО в расчете на то, что враг будет вызывать свое ПВО. Это сейчас лучшее, что я могу придумать. ПВО нету, там есть хавк, я так понял, либо он его контролит. И да, пока ПВО нету, делаем плюс 3, вытаскиваем танки. Невозможно, возможно, будут рассчитывать на арт-атаку от нас, риский удар, авиационный ли удар, господи, о чем я сейчас говорю. А мы тем временем уходим в землю. Задача взять этот сраный квадрат и с квадрата простреливать проход. Или хотя бы на себя отвлекать. Да, он не видит. Не стало. Теперь начинаем готовить ударку на Борис. В Борисе сейчас будет битва большая. И неплохо было бы поставить ДПСа сюда. Террорист. Танков и пехоты. Вот этот фланг у нас будет сейчас отваливаться. Мой фланг пока еще нет. А в принципе тоже может отвалиться, если принять срочный действий. Лакон полетел. Хорошо. Бы уже начинают двигать. Тоже сдвигаю базу. Помним, да, там ПВО. Уга. Хорошо. Танк. Тут меня выбомбили, но союзник подошел. Несвоевременный удар, он, блин, такой бесполезный. По этому лесу. Зачем сейчас тебе вот тащить сюда панцирь корей, когда мы могли быть уже на Елене? Опа, там стерва приехала. Про стерву я забыл. Признаться, забыл. Я там работаю. У нас сейчас будет падать еще и мой фланг. Отлично. М195 мне вообще их впервые вижу. Реально, в бою. Да, ты так аккуратненько сюда. С горем пополам кое-как откидались на Федоре, но, блин. Теперь этого товарища нет на карте принципиально.
И он еще и сожрал мой фоб. Ну ладно, фоб хрен с ним. Сожрал и сожрал. Да, они рубанули, где КШМ стоит. Догадались. Доперли. Продолжаем копить танки, я не знаю, что. Здесь есть минимальный деф от Эхи. Справиться с резервистами. Но только потому, что резервисты медленные. Этот лес, ты заходишь, ты в нем сгораешь сразу же. Почему он не берется под полтом? Не нужен. На самсы. Ну да, на самсы. Здесь они умерли, кстати. Че у нас дырка какая-то непонятная? Я. Значит, если здесь есть Каминский, он уже знает, заметил, он уже видит. Нет Рикона. И вот зачем превращать быструю игру в такое дрочилово? Да, придется вызывать. Да, придется вызывать. Господи. Давай. Атакуй еще раз, атакуй. 20 раз атакуй. Давайте КШМ туда вытащим. Там парни совсем какие-то пассивные. Парись. При этом союзник хорошо контролирует карту. Там за рекой, за одной рекой, за другой рекой. Здесь у него все правильно расставлено, все везде есть. Но вот когда, куда надо надавить, понимание, к сожалению, страдает. Нет смысла контролировать всю карту, если ты выиграл бой в самом начале. Так, ладно, нас здесь окружают по тихой грусти. Танки есть, немного птуров на фланг. Стох опять же на позиции, тут все ровно. Но атаковать надо своевременно. Вот снова. Законтролил территорию. Прекрасно законтролил территорию. Это можно убить налетом, не налетом, как угодно. Но вот беда. До этого не надо было доводить. Ладно, хватит бухтеть. Все нормально. Не трогаю КШМ. Вытаскиваю еще одну. Три стервы сразу же. Что ты сейчас с тремя стервами будешь делать? Их надо было убивать со старта. Кстати говоря, можно купить еще птуров. И вот птуры неплохо отпозиционируют стерв.
гениальный товарищ. Гениальный. От его херни погибли. Блокошемка. Все, тебе уже надо вблизи пор идти. Пока есть разведчик, надо биться, сражаться. Все, дистанция разорвана, отступаем. Потерял лишний танк. Хорошо, есть на позиции туры. Еще один танк. Будем сейчас КШМ вытаскивать до второго пришествия, потому что наш чудак артит от сивишек. У меня минус 3 танка. Чем больше танков я теряю, тем меньше у нас шансов в конечном итоге. У него только 2 танка. 3, с учетом всего. Надо сбрить. Вот я пойду солью своих матшуцинов, может быть, они помогут таким образом. Еще немного отвлечь и приятеля на Чарли. Выключить орудие. Сюда тут поставили в довольно нестандартной позиции, может сработать. Отлично. Поинты накопились, я могу наконец-то купить танков. Черт, не сработала эта фишка. Там тем временем прорыв центра идет. Неплохой. Плохой прорыв центра. При минимальной поддержке с моей стороны союзник. Да, добивается. Убивает врага. Ну не стоит наезжать на 4 птуровозки. Сэмами. Прямо не лучшая идея. А вот сейчас танк размещаем довольно наглым образом, так чтобы его было видно. У вилки кончился БК. Есть еще вилки. Да, еще одна вилка. КШМ пошла в бой, а вот вторую КШМ-ку мы не включаем. Неожиданное, нестандартное место. Они сразу же пойдут туда. Плохо, ушел.
Заправлять турвоз я уже не буду, скорее всего. Буду вызывать новые. Чувствую, что танки не получают урона. Че тут не хватает танка, пион не работает, а мне пока туда ничего не доставить, да? Пока да. Еще одна стерва приехала. Там их две. Опа, советский подписался. Привет, советский. Давненько тебя не видел. Хорошо. На самом деле, я бы даже потерял бы эту вилку уже. Но что-то меня жаба давит. Так, теперь у нас есть небольшое преимущество. Его можно попытаться реализовать некоторым количеством пехотки. Допустим, 10 тысяч, думаю, хватит. Оппонент вызывается на фланг союзника. Союзник отвлекает. Ну а мы тем временем забираем Фокстрот навсегда. Кашем. Еще одна. Перво. Вот танк за 155 на равных сражается с танками за 120. Да. Конечно, ожидал более жесткой игры от них. Подписоты. Привет, Дмитрий Зуев. Тоже давненько тебя не видел. Так, ладно, парни, давайте заканчивать. Уже подрубает немножко. Спасибо огромное всем, кто смотрел. Спасибо огромное всем, кто поддерживал. Всех люблю, всех целую. Завтра будет стрим. Если получится, поварно. Постараюсь, чтобы получилось. Если компьютер, процессор не потянет, будет варгейм. Всем спасибо, ребят. Всех свободных. Спокойной всем ночи.